Повседневная работа техника-метеоролога гидрометеостанции Херсонесского маяка – это наблюдение за погодой. Сбор информации начинается на метеорологической площадке. Это психрометрическая будка. Здесь техник-метеоролог снимает показания по температуре воздуха. И висят у нас такие приборы, как гигрометры в зимний период. Снимается влажность воздуха. Производятся измерения в этой будке на всем земном шаре в одно и то же время, без 10. Все метеорологи, кто находится на вахте, на службе, поднимаются и снимают показания минута в минуту, каждые 3 часа. Сейчас влажность 55%. А температура воздуха плюс 10 градусов. Помимо температуры и влажности воздуха, на метеорологической площадке можно получить еще много важной и интересной информации. Это снегомерные рейки. Их на площадке установлено 3 штуки. Мы по ним измеряем в зимний период высоту снежного покрова. За мое время работы максимальная высота, то, что было здесь, 20-25 сантиметров снега было. Это гелиограф. Мы 2 раза в сутки меняем ленточку гелиографа в истинный полдень и по заходу солнышка. Измеряем количество прожога солнышка, сколько было солнышка у нас. Небольшой вскопанный участок на площадке нужен для определения температуры почвы. В землю погружены несколько термометров. После того, как все данные собраны, специалист отправляется в помещение станции. Техник-метеоролог снимает показания по прибору, который называется анеморумбометр. Это показания ветра. Ветер у нас идет максимальный, средний, мгновенный и направление ветра. Давление на уровне моря показывает специальный ртутный термометр. Здесь у нас прибор, который называется барограф, самописец. Он пишет кривую давления, то есть что давление у нас за последние 3 часа сделало, поднялось, упало или не изменялось. Метеорологи различают около 70 видов облаков, нижнюю границу которых тоже определяют при помощи специальных приборов. Большая часть оборудования на станции уже морально устарела, но, по словам специалистов, оно ни разу не подводило. Все полученные данные метеорологи кодируют и передают в Симферопольский гидрометцентр, военным Черноморского флота и Севастопольской гидрометеообсерватории. И так каждые 3 часа в одно и то же время. В Севастопольской гидрометеообсерватории с полученными данными о фактической погоде работают синоптики. Их задача – проанализировать всю информацию и составить прогноз погоды. Диана Тырмус, Надежда Шувалова, Севинформбюро.